Hello to all my friends in France. My passion for music has never stopped. And thank you, the fans. I love you from the bottom of my heart. I love you. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова, как всегда, Стас. И вы, наверное, спросите, почему же я стою в костюме перед вами? На это я отвечу, что я только что пришел со школы, не успел переодеться, мне пришла в голову идея для видео, я решил его записать. После такого тяжелого школьного дня, как же не записать? И да-да, ура-ура, начались каникулы. Сегодня я отвечу на такой животрепещущий вопрос, как для меня лично и, наверное, для многих людей, которые в 11 классе скоро будут учиться или учатся, есть ли каникулы в 11 классе? Сегодня вы узнаете на него ответ, вы же так долго ждали этого видео со мной. Ответ – нет. Каникул в 11 классе не бывает. И вы, наверное, меня спросите. А вот так это, мой юный дружок, дорогой. Каникул в 11 классе не бывает. Просто не бывает. Объясню почему. Главная причина — это близость экзаменов. Все вы, наверное, знаете про такой экзамен ЕГЭ. Единый государственный экзамен. Так вот, он близко. Как это ни странно. И тут, конечно же, мой юный друг, ты меня спросишь. Стас, но до экзаменов еще целый год. Во-первых, до экзаменов не год, а всего 7 месяцев. Да, важно. 7, не год. И это действительно очень мало. 7 месяцев. Ребят, сейчас поясню. Для этого, наверное, здесь собрались. Если вы в 10 классе, а я думаю, многие в 10 классе или в 9, в общем, такая тема. Готовиться надо начинать с 10 класса. Вот я вам вот честно говорю, с 10. Не с 11, не с 5. Если вы с 5 начали готовиться, то вы уже, конечно же, должны выйти просто из школы, потому что с такими... Магнитик поправить. С такими знаниями у вас вы уже должны быть очень умными. Хотя бы с 10. Как бы 2 года еще на подготовку. Why not? Окей. Пожалуйста. У меня же осталось 7 месяцев, и я в панике... Ох. В панике скупаю просто все книги по предметам, которые я сдаю, которые вижу в магазинах. Сейчас покажу. У меня хоть столько. Вот такое вот количество книг у меня. Здесь в основном книги по истории. По обществознанию мне еще дошли не все. И знаете, что самое ужасное? Сейчас расскажу. Вот это вот две истории в таблицах. Они фактически одинаковые. От разных авторов. Вот здесь на белой бумаге, здесь на серой бумаге. Они отличаются тем, что здесь более подробно написано, здесь то же самое, но более кратко написано. Грех не купить обе книжечки. Потому что к истории я начал готовиться 2 месяца назад, потому что в 10 классе я не думал, что меня укусит какой-то радиоактивный жук, и я буду сдавать историю. Историю я не знал никогда, и теперь приходится скупать. Также у меня есть 2 пособия. Трудные вопросы на экзамене Захарова. Знаете, почему я купил? Захаров. Они это умные люди с такой фамилией. Они не могут фигню выпускать. Тоже есть. И просто пособие века — это учебник, понимаете? Это учебник, где 800. Сейчас навру. Наврал. Наврал. 670 страниц с картинками. Именно по истории. Что так что было? Где? Я тоже такую карту здесь увидел. Где? Пропала карта. Это МГУ. Учебник МГУ. В школе с картинками. С загнутым уголком. На теме «Князь Щербатов». Вот эта вот штуковина, она просто необходима, мне кажется, для сдачи. Вообще все просто необходимо для сдачи. Еще у меня есть вот такая вот. Это мое из последних приобретений. Это книга «Единый государственный экзамен. История». Это именно задание, которое будет на экзамене. Почему я ее приобрел? Потому что она нужна. Почему я сейчас так все рассказываю? Не знаю, просто чтобы вы знали. Также я еще сдаю общество знаний, мне не так много по обществу знаний общества, то я все-таки как-никак. И после 9-го сдам. Вот такая вот очень хорошая книжечка пособия Двигалева. Тоже в таблицах и просто термины.
все, что вам надо для того, чтобы сдать экзамен по психологии, еще вот это вот надо, но без этого тоже надо. Это только малая часть того, что мне надо для подготовки к экзамену, вы понимаете? И вы, конечно же, меня спросите, готовился ли я сам в 10 классе к экзамену. Я не готовился в 10 классе к экзамену, думаю, многие люди в 10 классе еще думают, что до экзамена еще целый год подготовлюсь. Конечно, вы подготовитесь, ребят, но очень будет вам это сделать тяжело, так что, дорогие мои 10-классники, муа, люблю, готовьтесь сейчас. И если вы хотите увидеть видео про то, как я готовлюсь к экзаменам, самолично я, который перед вами сейчас стою, какие я пособия использую, на какие занятия хожу, как я готовлюсь очень усердно. Обязательно напишите об этом в комментариях, поставьте лайк под это видео, будет, давайте так, 50 лайков, обязательно сниму видео про то, как я готовлюсь к экзамену, или если много людей меня попросят, будут умолять на коленях, но нет, без этого, просто если вы мне много попросите, конечно же, я вам расскажу, как же я самолично вот этими вот ручечками золотыми готовлюсь к экзамену. Вторая причина напрямую вытекает из первой причины, это всяческие дополнительные занятия. И неважно, как они у вас проходят, с репетиторами или выходят на какие-то курсы по предметам, их в каникулы никто, на стену пусть, никто не отменял, вам тоже придется на них ходить, я буду ходить к репетиторам. У меня 4 дня будут заняты репетиторами из моих каникул, каникулы идут всю неделю, это вопрос, если каникул не просто каникул в 11 классе. И никогда, кажется, уже настолько не снимал. Длинное видео, лайк, репост, подписка. И, кстати, чтобы набрать 50 лайков, надо репостнуть это видео в свои социальные сети, рассказать друзьям обо мне. О, самооценка поднимается, упал, ой, потолок. Это вырежем. Третий пункт вытекает из второго, который, в свою очередь, вытекает из первого. Это самоподготовка. Сейчас я вам навешаю лапшу на уши, как я самоподготавливаюсь к экзаменам. Очень сильно я готовлюсь к экзаменам 24 часа в сутки. Я не сплю. Я сижу, я готовлюсь и читаю историю, общество, ну, а примеры, аргументы, русский язык еще готовлю. Сочинения, придаточные, причастия, прилагательные. Все это я готовлю. И вам того же советую, потому что я должен вас мотивировать. Я вас, надеюсь, мотивирую. Если я вас не мотивирую, что вы это смотрите тогда, если я вас не мотивирую? Так что вот такие вот дела. Я готовлюсь к экзаменам самостоятельно. Это безусловно так. В общем, ребят, вот такие вот дела. Как я готовлюсь к экзаменам, вы поняли. Вы подписывайтесь, ставите лайки, репостите это видео. Будет 50 лайков, будет видео про то, как же я готовлюсь к экзаменам. Я думаю, это важно 10-классникам, 9-классникам, 11-классникам, 12-классникам, 13-классникам, 14-классникам, институтам, всем. Всех люблю. 11 классы, 10, 9, 8, 7, 5, 6, всех люблю. Подписываемся, ставим... Рука! Подписываемся, ставим лайки. Я только пришел в школу, не успел раздеться на такую важную тему. Для вас записал видосик. Пока. Бам. Чика-па-па. Все. Закончили. Закончили. Все. Пока-пока-пока. Нажимаю на кнопку.